Привет, ребятки! И в этом видео мы разберем, как использовать цветовое значение в виде 16-ричного кода. Ну, например, мы имеем вот Лорен Ипсон, этот первый абзац, и хочу его сделать цвет, допустим, ну или фон сделать каким-нибудь красным. Мы можем использовать background color. Что-то не то back. Background color. И добавить здесь через после вот этой решетки 16-ричное значение. Например, красный. Вот FF, красный, зеленый и синий. Вот по нулям. Вот сейчас он будет красным. Давайте обновим. Видите? А теперь вот сделать зеленым, допустим, вот здесь. Добавим style background color 00 ff00. Теперь вот здесь он должен быть зеленый. Обновляем, да, видите, зеленый. В общем, очень просто делается. Здесь также от 0, от 00 до ff. Вот этот красный, два символа, это два символа зеленый, вот это два символа синий. RGB, то есть то же самое, только в 16-ричном виде.